Соперником Арсенала во втором контрольном матче в Словении стал боснийский «Железничар», хорошо известный по выступлениям в еврокубковых турнирах. В первом тайме оружейники превосходили железнодорожников из Сараева в скорости, и опасные моменты у ворот Фезича возникали один за другим. Чаще всего с правого фланга. До перерыва тулики подали с этого фланга 7 угловых. Шансы забить были у Мухамедшина, Бурмистрова и Шевченко. В середине тайма Мухамедшин в динамике попытался завершить усилия Бурмистрова, но не смог выиграть дуэль у Фезича. Шевченко добил мяч в сетку уже из офсайда. Арсенал продолжал атаковать, однако на перерыв команды ушли при нулевом счете. Во втором тайме главный тренер Сергей Павлов произвел несколько замен. Боснийцы играли излишне жестко, за что получали желтые карточки. Постепенно характер матча изменился. Арсенал атаковал, но и «Железничар» организовал несколько острых выпадов. Однако опытный Герус не терял хладнокровия в сложных ситуациях. Арсенал был ближе к победе, но сыграл в ничью. 13 июля состоится заключительный спарринг двухнедельных сборов со словенским «Радомле».